Как связать круглый коврик или сидушку? Вы спрашивали у меня, я вам обещала показать. Связать его можно из чего угодно. Из ниток, из пряжи, такой, как у меня, это трикотажная пряжа, что это маечки, разрезанные на вот такие ленточки. Да? Я его связала. Можно взять, нарезать что? Старую простынь, наволочку, то есть из всего, что у вас есть, из чего вам не жалко. Или пойти и купить новую хорошую пряжу, тоже можно связать. Я вам покажу, как это делается с большим удовольствием. Коврик круглый и вяжется по типу вязания круга. Значит, я делаю скользящую такую петлю, и в первый ряд я набираю 6 петель. То есть столбик без накида, и таких по кругу я делаю 6 столбиков. Так, пряжа у меня какая? Трикотаж. Это нарезанные маечки. Вот. Так, 3, 4, 5, 6. Вот я 6 петелечек провязала столбиком. Теперь затягиваю. Вот. И делаю соединительную петелечку. Так, когда затянула. Беру за заднюю стеночку, видите, соединительная петелечка, одна петля, и второй ряд начинаю вязать, да? Значит, во втором ряду у меня должно быть 12 петелечек. Первый ряд 6 петелечек, во втором будет 12. Значит, я в каждую петелечку буду набирать по 2 столбика. Значит, в одну петелечку вот у меня была одна петля воздушная и плюс столбик. Теперь вторая петелечка, за заднюю стеночку беру. Столбик без накида 1 и столбик без накида 2. Я там сказала петелечка, как в спицах, да, но вы меня поняли, что здесь столбики без накида. Теперь третья, значит, третью опять я беру за заднюю стеночку. 1 столбик и 2 столбик. Третья, четвертая. Опять 2 столбика. Вот. Пятая. Пятая. И шестая. Шестую связала. Опять будет петелечка соединительная. То есть вошла и протянула. Два рядочка я связала. Теперь будем вязать третий ряд. В третьем рядочке у меня должно быть сколько? 18 петель. Значит, через одну я буду делать, значит, по 2 столбика. Значит, вот третий ряд, да? Значит, здесь будет 1 столбик. 1 столбик. Дальше за заднюю вот стеночку беру. Здесь будет 2 столбика. 1, 2. Затем опять 1 столбик. Здесь у меня будет 2 столбика. 1, 2. Так вот, через 1 у меня в итоге должно получиться в третьем ряду 18 столбиком. В четвертом ряду должно получиться 24 столбика. То есть нужно будет каждый второй через каждые 2 петельки, да, будет 2 столбика. То есть я была здесь через одну петелечку 2,
А теперь будет через 2, 2. Так, 2. Здесь будет 1. И 1 будет соединительная. Потом, как я ввожу вот черную, да, черную ниточку, как я или пряжу вот эту, как я буду ее вводить. Сейчас я покажу. Я пока не связываю, я потом свяжу в конце. Пока я ее не связываю. Просто ввожу ее, да и все, вот так вот. Видите? А потом я свяжу с изнаночки. Таким, здесь уже будет легче мне вязаться, потому что здесь более тонкая такая пряжа. То есть вот легко и просто вяжется, только вы должны знать, если 6 петелек, допустим, первый ряд, да, то есть 6 столбиков, значит, там во втором ряду идет 12 столбиков, 18, 24, в пятом ряду уже сколько будет, 30 столбиков, и вот так вот, и так далее. Считаете и вяжете, и получается кружочек. То есть вот таким образом вы свяжете легко и просто этот круг, и, допустим, когда уже выходишь там на 10-й, 20-й ряд, то можно, так это, ну я, допустим, уже особо даже и не считаю, вот, а так где-то через 8-9 столбиков начинаю, значит, допустим, провязала там 8-9 столбиков, и немножечко смещаю это, прибавляю там по 2 столбика в одном предыдущем столбике, да, или как-то в одном предыдущем ряду. В общем, вяжется легко, вяжется просто, в итоге вы свяжете, как и я, такой приятный ковричек. И везде я иду и хватаю за вот эту заднюю стеночку для того, чтобы был определенный такой симпатичный рисунок. Пряжа это такая самая-самая простая, из кусочков, там, из рваных маечек. Но, тем не менее, будет, вот я еще постираю, немножечко так это примет более-менее хорошую форму, и будет тепло и уютно, да? Вот я вам сказала, как я делаю это, и вы это тоже сделаете. А в конце, значит, я уже покажу, допустим, когда вы заканчиваете, ну, я думаю, вы уже знаете, как закончить. Просто я вытягиваю эту ниточку, так называемую пряжу, вот так вот вытяну. И еще раз здесь ее зафиксирую и на изнаночку так вот перетяну. Ну, заодно вам покажу изнанку, которую я должна еще доработать. Вот эти вот хвостики, которые там связывала, ниточки, так называемые, пряжу, я их отрезаю. Можно подшить, но я не буду их подшивать, потому что там узелочки, они держатся. А здесь такие перехваты, вот переходы. Я здесь скажу, это такая изнанка, более-менее приличная. Это можно все отрезать. И лицо. Легко, просто. Единственное, подбирать надо крючок, потому что нитка, ну, пряжа такая не очень-то податливая, тяжело вязать. Немножко так. За 3-4 часа вы свяжете. Даже еще быстрее.